как же ж, ой, беда! Ой, ё, ой, да что ты, да ну кто, беда какая! Ой. Недобрую весть принес я в ваш дом, Надежда. Попал ваш батька. Куда? Туда! Ой, Вася! Мама! Главное, сижу, телевизор смотрю. Ну, 1+1. А там списки показываю. Все. Депутатом стал ваш папка. Так он что, живой? Чё каркаешь, дура? Конечно, живой! А вы чё подумали? Беги, дядь Мить! Спокуха! Оп, Надюха! Оп! Давай, давай! Фігура друга! Розлучна! Януковича в розыск об'явили. Це я знаю. О, регионала в бак мусорный кинули. Так и надо. О, Россию из ПАСЕ прогнали. А це правильно. От правильно. Сколько хороших новостей на сухую прошло. Надо б наверстать. Ты же... Да ладно, дядь Мить, ты как провокатор якийсь, ты шо, ну, ты... Ну шо? Шо, не шо? Вон, все село оббежало, никто не знает, как пинджак этот одевать. Все, все, з'їздив депутаты, Вася. Все. Давай, распаковывай чемоданы, Вася. Все. Ну Василий. Что ты, ну правда, ну тебе, Вася, ну что, ну Вася, ну может ты сам догадаешься, как правильно этот пиджак носить, а? Біс його знає, що з ним робити, з цим пінжаком. Так, давай я тобі покажу, як треба пінжак носити. Дивись. Оп. Опа. Ой. Йошкін цап. Красота. А ну дай я. Так. Оп. Опа. Ой, яка краса. Сильний! Слухай, а давай тобі прическу зроблю, як в Києві носять. Давай. Ой! Жигіт! Ну, все. Бувайте! Ой, Вася!
Іду в депутати. Шановні депутати, заспокойтесь. Сядьте на своє місце. Зупиніться! Ну що ж ви робите? Таке, ну, серед вас жінка одна, і оце таке, таке ви... Сядьте на своє місце. Ви новенький? Ага. А ви старенька? Ну, в смислі, що я вас давно в Раді не бачив. Слухайте, ви смішний. З якої партії? З радикальної? Ні, нормально. З фронту? Ага. А я з БЮТ. Пойдемте отсюда, я вам все зараз покажу. Давайте вибиратися. Так, все, все, все. Все, пропустіть. Пропустіть. Вийшли з двері. Йошкін цап. Нравиться? Ага. А можна і за другого. Та ви що? Йошкін цап. Містика. Голосуємо. Рішення прийнято. Вісім маленьких, зелених чоловічків, просто десь 1.20 м, висаджуються в полі. Гуманоїди? Хуже. Гумконвой. Йошкін цап. І що головне їх каже? Каже, що їх там нет, а вони там єсть. Чудеса. Юлія Володимирівна, не відволікайтеся, час іде. Вибачте. Любі мої, ви ж подивіться, що це робиться. Ой, Василій, ви дуже смішний. Дякую. А мені із Франції друзі передали війну 30-го року. Йошкін цап. Так це, може, я за свіжим зганяю? Ні. Давайте пити це. Так, і стаканчики. Оп-ля. Ну, добре. О, в мене навіть закус є. Давайте вип'ємо за нашу зустріч. Давайте. Ой, вже п'янька. Знаете ли вы, Василий, как трудно женщине быть все время одной? Ну, конечно, иногда и телочке бычок нужен. Нужен бычок, Василий. Дуже нужен бычок. Очень. Юля. Вася. Блин, опять это верное отключение. Продолжаем. Чувствую себя, наверное, хорошо, еще не понял. Это папка пишет? Да не, папка же нас писать не умеет. Помощники, наверное. Тут в Раде я узнал много интересного. Кулуары – это коридоры, а не туалеты, как мы раньше думали. Ройсман не еврей, просто фамилия неудачная. А Яценюк таки да, просто фамилия удачная. Луценко не пьющий, потому что закодированный. А, понятно. Балох в Раде не трое, а семеро. Просто остальные сменили фамилию. Левочкин предлагал мне 100 000, чтобы я перешел к ним во фракцию. Я выполнил пожелание наполовину. Деньги взял, а во фракцию не перешел. Нормально. Молодец, папка. Да. Дорогая Надя. Ой, дорогая. Извините, что я... Людка, а что это, почерк больно быстрый пошел, а?
Наверное, другой помощник какой-то. Так, извините, что я обращаюсь к вам, как к своему электорату. Ой, что это они ругаются, а? Это уважительно, мама. Извините, что я вмешиваюсь, но здесь в Раде мы с Василием обрели друг друга. Что? Что-то я не поняла. Ну, они с Василием обрели друг друга. О, вон еще. Пис-пис, ой. Весна переможе. Людка, а что такое пис-пис? Это что, правый сектор, что ли? Недобрую весть принес я в ваш дом. Батька-то ваш больше не ваш батька. Нашел, так сказать, себе другую жужу. Будет теперь ее окучивать. Вот, вошел в батькивщину. Ну, не полностью, конечно. Батька е батька. Шо? Я говорю, неприкосновенность потерял. Шо? Я говорю, ну, бюллетень свой в урну засунул. Шо, шо? Да я тебе... Ну, карточку для голосования интегрировал свою, понимаешь? Я сейчас тебя так интегрирую. Надюха! Я тебя сейчас так интегрирую! Я тебя сейчас тебя так интегрирую! В смысле, мандат свой пристроил, а? Да, я тебя сейчас пристроил! Здравствуйте. 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 Вы Надя? Ой, я... Я к вам. Проходите. Ой, а у нас горе, у нас такое горе. Наш папка убит, перешел. Ой, за, говорила ему за, Вася. Надюх, ну ладно, тебе, я все дальше объясню. Дядь Митя. Извини, красотка, я женат. Ой. Дякую дуже. И говорили же мне, чем они там в Раде этой-то занимаются? И как сюда по тоскухе-то эти только попадают, а? Ну, як, по спискам, а иноді по мажоритарке. Конечно, понаделают себе этих пластических операций. Сотни. Ну, чего же одразу сотню? Всего 30. Не знаю, не знаю. Все. Надя. А если это коалиция, Надя? Какая коалиция? Никак, а коалиция. Если вы любите этого человека, вы должны его отпустить, Надя. Ой, ну не знаю. Вы все слова какие-то такие говорите, как будто вы всю жизнь этим занимаетесь. Ты ли? Шо ли? Я. Надежда, как вас по отчеству? Лянька! Аленька! Лянь! А это ведь она? Ага. Ну, что, мы с Василием обсудим создавшееся положение сообщим вам о принятом решении в письменном виде. Ах ты, стерва ты, 12-процентная. Ну почему же 12-процентная? Там 12,85 было. Я тебя сейчас сам! Я вас влагаю! Я вас влагаю! Скопыниться! Дети! Уймите вашу мать! Зараза! Ляньк! А, Ляньк! Тьфу! Деревня! Лянь! А люди говорили, что она не настоящая.
ухожу я від тебе, Юлія Володимирівна. Як уходиш? Як всі, як Турчинов, як Яценюк. Ну, у нас же ж стільки общого, Василій. Як це? Я ж не сидів. Та ні, це... А що, в тебе теж нема вищого образування? Та ні, ні, це, ну... Не уходи, Василій. Ну, відпустіть мене, будь ласка, я вас дуже прошу. Ну, не можу я вже цей піджак проклятий носить. У мене палець болить. Василій, ой, ой. Ну, що ти хочеш, Вася? Ну, хочеш, я уйду з політики, хочеш? Що ти, як на передачі у Шустера, ну? Ви не вірите мені, Василій. Нас звела судьба. Та яка судьба, Юлія Володимирівна? Так, неочередні вибори і все. Що? Вибори? Вибор? Оставте нас! О, хорошо. Вон з ради! О, ще краще. Вон з політики! О, от і добре. От і все. А тепер я. Заспокойтесь, Юлія Володимирівна, припиніть бити депутатів! Заспокойтесь, ви мені заважаєте! Фігура третя, мирова. Нашов цю папку новою, мамку! Мама, ну, хватить! Льонь, поросятам дав! Дав. Дурную весть принес я в ваш дом, Надюха. Дядь Мить, что ты как ТСН прямо? Все, потонул ваш батька в политическом море. Была у него лодочка, да отказался он от нее. Ну, было у него бревнышко, за кой может подержаться, да оттолкнул он. Все. Что? Но пересох родничок-то. Шо-шо? Завяли помидорки, понимаешь? Бросил ваш батя Юльку. Шо с балкона? Ой, ой, посадят же ж, посадят же. Ой, ой, посадят же. Ой, папка! Ой, глядите, какого-то красивого дяденьку к нам замяло, а? Василий? Глаза не смотрит, а Селедец опустил, как будто в оппозиционный блок вступил. Надюха, я ж цей... Погано мені без тебе, на. Так а ти это, чо ли сам давай? Как там у вас в парламенте-то, а? Сама помощь? Ну, на что ты так, Надя? Я ж скучил за тобой. Ой. На, скучил за тобой. Ой. Надежда. Надежда. Надя! Вася! Вася! Василий! Надя! Молодежь! Ой, Вась, все-таки ты там чему-то научился. Ні-ні, димі в сторонку. Надюх, мені цей в раду треба вертатись. Ну, ладно. Только смотри, щоб більше этого не повторилось. Та ні, ти що, Надюх? Ніяких баб. Тільки ти. Вася. Надюха. Вася. Надя. Вася. Надя. Вася, не робиш, ти балахонь.
Mm-hmm.